Анастасия Заворотнюк была похоронена 1 июня на Троекуровском кладбище. В социальных сетях коллеги и друзья актрисы делятся своими воспоминаниями и выражают соболезнования семье. Актер Денис Матросов, который учился вместе с Настей в школе-студии МХАТ, встретился с ней вновь на съемках сериала «Я больше не боюсь», где оба получили роли. Денис разместил на своей странице в социальных сетях уникальные документы 1989 года, касающиеся поступления Анастасии Заворотнюк в ВУЗ. Прощание с Настей Заворотнюк оставило боль. Воспоминания неумолимо возвращают в прошлое. Журналисты часто спрашивают о студенческих годах, о том, как мы учились, какой была Настя в институте. Случайно у меня сохранились уникальные документы приемной комиссии школы-студии МХАТ 1989 года, которые ранее никто не видел. Уже тогда Настя была лучшей. Вечная память, написал Матросов. Денис также опубликовал редкий документ, протокол 1989 года, где указаны оценки Анастасии Заворотнюк, полученные ею при поступлении в ВУЗ. Приемную комиссию возглавлял известный Олег Табаков. Анастасия была лучшей среди женщин, поступающих, получив наивысший балл.